Я очень это за внимание беру и ценю, потому что нам сейчас ветеранов очень тяжело в общении, очень тяжело в том, что большинство болеют, и осталось-то мало уже. Но я сам, как ветеран, с первого дня Отечественной войны был на фронте до последнего, до конца, до победы. Трижды был ранен. Сейчас звание имею полковника. Начал войну на Западном фронте. Мальчишками, 18-летними, уже были на фронте. И вот оттуда, значит, с Запада отступали до Ленинграда. Был я в Ленинграде, в блокаде Ленинграда. Там был ранен. Лежал в несколько раз в госпиталях. Но всегда, всю жизнь думаю о спорте, о футболе. Почему? Потому что это дает возможность укреплять здоровье свое личное и отношение к своим друзьям. Спорт – это большое дело. И я очень благодарен спорту, особенно сейчас Федерации футбола, Кайрату, что не забывают нас и своим добрым словом дают пожелания дальнейшей жизни. Но нам тяжело, поэтому каждый приход, каждое внимание для нас большая радость. Поэтому надо ценить все, ценить общество, в котором ты находишься, ценить работу, ценить друзей, свою республику. Наша республика сейчас добилась больших результатов, и я, как казахстанец, пошел на фронт с Казахстана и продолжаю служить Казахстану. Кайрат судил международные игры с Чехословакией на первенство Европы среди железнодорожных коллективов. И там Кайрат добился больших результатов. Весь Советский Союз я объездил. 20 международных игр. Ну, биография большая, можно рассказывать очень много. Я единственное прошу, чтобы вы, как молодые, помнили, что у вас есть ветераны, у вас есть родители, у вас есть друзья. Низкий поклон всем, которые сейчас, в дни подготовки к Дню Победы, вспоминают эти трудные, тяжелые дни для нашей страны, для нашей республики.